Huawei Y600. Это простенький бюджетный аппарат с двухъядерным процессором. При этом он весьма симпатичный как по дизайну. Это, как видим, белая модель, есть и черного цвета. Задняя панель как бы перламутровая, можно сказать, переливается. Отпечатки пальцев здесь не остаются. На передней панели находится 5-дюймовый экран, правда, с невысоким разрешением. Под ним три сенсорные кнопки управления, сверху фронтальная камера. С виду кажется, что она хорошая, но на самом деле это 0,3 мегапикселя. Разговорный динамик, датчики приближения освещенности. На верхнем торце находится аудиоразъем. Внизу порт microUSB, отверстие микрофона. Справа кнопка питания, блокировки экрана, регулятор громкости. На задней панели также находится основная 5-мегапиксельная камера без вспышки. Здесь же динамик громкой связи. Открывается задняя крышка вот за эту щель, которая находится на правом ребре внизу корпуса. Здесь получаем доступ к аккумулятору. Здесь использован аккумулятор на 2100 мАч. Такой тоненький и изящный. С таким экранчиком и не самой мощной начинкой он дает хорошую автономность. Два слота для обычных сим-карт стандартного размера. Ну, правда, мне удалось во второй слот запихнуть микросим-карточку. Ну, я не рекомендую этого делать. Надо просто попасть в контакты. Также здесь можно вставить карту памяти microSD. Вся эта конструкция легко быстро собирается. Ну и не скрипится. Смартфон работает на Android 4.2.2, уже устаревшая версия. Ну, может быть, для такого аппарата и не надо что-то из последующих версий. В принципе, все более-менее, ну, как видим, почти что не тормозит. Здесь интерфейс Huawei. Здесь задействован двухъядерный МТК MT6572 частотой 1,3 ГГц с графикой MLE400MP. Вот оперативная память всего лишь 512 мегабайт, встроенная, два из которых доступно более 1,2 гигабайта. И соответствующие достаточно низкие результаты в тестах производительности. Наличие камер скорее служит бонусом. Хотя, в принципе, основная камера позволяет делать фото среднего качества, ну и видео, с которым можно ознакомиться по ссылке. Huawei Y600 по праву относится к самым дешевым смартфонам. Стоит он сейчас 2100 гривен или меньше $100. Оставляйте лайки, комментарии, подписывайтесь на мой канал, смотрите новые обзоры смартфонов и планшетов, а также новости мобильной связи.